делится. 150 не делится на 4. Ну, сделают как-нибудь. Я не знаю. Возьму, к Получается, там примеру. два сольника или два бота? Ну, наверное. 50 на 4 – 37,5. Андрей, ты Значит, будешь суши? 37. Андрей, ты ко мне пойдешь, ты будешь суши есть? Да, я люблю суши. Ну, нам скидываться придется просто. Бра. Ебать, ну, в принципе, на халяву я тоже, мне все понравилось, я даже говно жрать бесплатно, вот я поел. Я запомню эти слова. Может, мак или в пизду мак? Может, мак или в другое место? Да что? Скоро начинаем. Заказать мак можно. Я суши люто хочу. Слышали? Дай суши мне посмотрим. Слушайте, мы играем сейчас за русских. Слушайте. А, я в Тануке, там помнишь, что это дешевый просто? Да, мы тебя слышим. Не, мы не в Тануке закупали, мы играем за русских, и поэтому у нас комментатор русский, типа лидер спецназа. Слышали, мы по-русски говорим? Конечно, русские, как всегда, обосрали. При чем тут это? Как вот, блядь, вор в законе, блядь. Вор в законе, ёпта. Так я хочу быть вором в законе хоть где-то. Мы все украли хлеб в ларьке. Давай с нами летаем. Знаете, куда нам надо? Не, знаете, куда, если мы воры в законе, нам надо вот сюда. Да, кстати. Ауе, ауе. Егор, блядь, Егор, пусть меня. И Егор, ты. Егор, Егор, Егор. Мы Егорки. Было три Егора. Один S-Hole, другой Кам, другой fucking Slavic. Неплохо, неплохо, Паша. Не, ну самая шутка реально вот это. Пойдем куда лезть? Я шорты на очке порвал, ничего не перепутал. На милитаре, на милитаре. Слышите, как он говорит? Да, вы на милитаре. Погодь, еще раз. Ну все, покупаю колду, блядь, точнее, это боевой пропуск. Архангельск. Извиняюсь. О, это Андрей? Ты ливанул, нет. Из-за Архангельска? Паша ливанул. Паша комплик. Не, он не зашел. Я включил вот сюда. А что? Пацаны, я в говне полном. Что? Я очень не. Я заметил. Челики. Я беру машину и еду. Алло. Да, алло, алло. Чё ты? Врага, врага. Ну что, блядь, за украинцу, что ли? Какого врага, блядь? Говно. Я сейчас собью. Я сейчас кого-то собью, нахуй. Ой, я коряк нашел. Ура. Мой любимый. Опа, челик у меня. Да? Я почти чела сбил. Чела сбил. Пацаны, пацаны, прикройте меня. У тебя чел, где он? Да, у меня. Вот тут. Я вас бить могу? Не, я к Паше, у меня стоит где в доме. Надо Андрею помочь, побежал. Забил, вырубил, но вы меня снопнули. Я знаю, откуда его снопнули. Пошли вот эту. Да, входи. Андрей, ползи, блядь. Червяк ебучий. Он где-то вон там. Он где сверху, скорее всего. УЗИ нормальная тема, не? Да, 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 УЗИ норм. Я все. На ближних вообще. Поднял я, походу. Второй, второй. Ух ты, блядь. Блядь. Я обхожу пасть. Нет, я ничего не вижу, блядь, я фулл блайнд. Заходи. Блядь, сука. Я его убил, но, блядь, там еще один лежит. Одного одного. ЛЦУ, вот здесь чел. Где? Ух ты, блядь. А, круто, круто. Что? А... Он меня первых убил, блять, его взрывом взорвал. Блять, взрыв! Ой, нет, это Анрил играет, я так не могу, нам четвертый теперь нужен. Зачем они это сделали, реально? Для чего? Онлайн поднять? Куда выше? А теперь на них... Он меня палатку простреливает. У него легендарный дробовик. Слушайте, он меня через палатку убил. А яшники, значит, мы всех кулаки убьем. Так я выжил, нет. Я их убил всех. А-а-а. Пидор ебаный. Ты охуел, тут дроп твой остался, блядь. Я тебе еще ничего не дам, блядь. Я следующий. Андрей, я разукрашен. Андрюх, я разукрашенный, слышишь? Не знаю. Не вижу. А, нет, да. А, не вижу. Он слева входит тебя, слева. Я твое лицо смотрю. Вот там он за ящиками. Дрочит. За ящиками. Чего? В смысле? Вот он! Как
Как он Гренус? Она сначала отпрыгнула куда-то, что ли? Что за бред? Я еще не увидел. Бля, шалан, сейчас деньги найду тебе. Походу меня тоже придет. Он слева тебя. Пошел нахуй. Ты его сжег, блядь? Да, я ему молот прям летит. Сейчас я найду деньги, мне чуть осталось 200 копеек, блядь. 300 бакс. А есть дроп какой-то? Там в палатках поищи, там что-то должно быть. Я пойду... А, подожди, я контракт пойду возьму. Я на контракт полечу. Ебать, это что? Дробовик, да я вижу, я видел тоже. А нахуй они все сделали с глушителем? А чё такого-то? Урон не влезает. А почему нет? А почему все? У меня все дропается с глушителем. А в чем проблема? Не, а знаете, в чем прикол? Еще все фиолетовое, все. Тихо, можно сказать, все фиолетовое оружие, оно становится прицелом, который такой показывает, типа, черно-белый. Я не знаю, как он правильно будет. Типа, деньги уже есть. Ну, 20, пожалуйста. Блять, сейчас подожди. Сейчас я какие лодки сегодня. Ебать. Блять, ты успеваешь что-то понять? Это калаш. Иду я, блять, иду. Мне говна пол, мне говна пол. Мне сейчас не будет залутаться просто. Будет, почему? Я деньги уже... Блять, нахуй такие криповые звуки, ебать. Кто-то машину взял. Кто-то или Паша? Квадрик кто-то, из врагов. У меня похуй. О, дропался. А можно контракт на убийство взять, его рядом покажу. Возьмешь? Бля, он мне колес пиздил. Что он, типа, он меня пытается убить, пацаны, понимаете, нет? Откуда стреляет? Тут дробовик глушитель с глушителем легендарным. Вот он полетел, вон он. Вот он летит, не-не, ну ты, да, похуй. Вот? Вижу врага. Да, нравится, правильно, чисто ебать. Что такое? Да забей. Вон один летит на вышку. Поставил метку. Похуй, мы ему ничего не сделаем. Давайте уходить, пизду. Давай. Ну на вышке или где? Я вон туда. Блять, она стреляет по одному патрону? Ёб твою мать. Давайте в зону, пацаны. Ну, там а ты что думал, СВД будет так стрелять? Я чуть не догнал, что ты СВД, блядь. Блять, лампу похуй оставлю, у меня пулемет проктором сняли. Давай садись посылку, на посылку не хватит. Давайте стойте, контракт сейчас завязаю тут, который на убийство. На убийство, он наверху. За мной заявиться. Есть цель на ликвидацию, вперед. Оружие. Бля, можно? У нас не хватит, наверное, посылку. Как с ним? Я на пассажирах. Нет, не хватит, здесь сканер. Хватит. Садись, блять. Кто быстрее, машина или Андрей Ковалев, блядь? Долгое время. На, Андрей, покупай. Вообще деньги дропаем быстро и потом вызовем его, блядь. Блядь. Да-да, алло, блядь, мне нужны они. Гандон, блядь. Ты сюда вызвал? Я же сказал, блядь, не сюда. Ну, а вот что-то сказал, блядь. Кстати, у меня есть хорошая новость, пацаны, патрончики держите. О, классно. Заебумба. Ой, я хочу с коряком поиграть. А, надо было коряк взять. Пацаны, идите за мной. Блядь, там газ уже, наверное, я не смогу, да, патроны завязать? Езжайте ко мне, пацаны, пожалуйста, мне сейчас зон начнут хавать. А пох русский, блядь. Там патроны. Патроны еще надо здесь взять на коряк. Блин, какой нахуй компьютер, блядь. Ебал у тебя ебальник, пиздец. Знаешь, что ты похож на этого, на Емельяненко, блядь. Вон. А где машина? О, ебку, блядь. Да, блядь, ты что это за тобой, ё? Садись, блядь. Дай поехать, дай я. Да давай уже зона, блядь, ты можешь потом. Я буду катать. Ши, ты чё, придирки ты? Мы сейчас сдохнем, если ты заметишь. Мне начинает лагать, и я становлюсь бесполезным. Ой, блядь, вот это реально теперь русские мужики едут. Это
это чисто на рыбалочке во время пандемии. У вас сзади, у нас сзади татуха, какой тёк, там написано Александра. Куда едем? На метку. Давайте на ламберг поедем. Вот сюда, вот тут, знаете, сколько можно ХГ забрать? Вот здесь вот. Там лютое ХГ можно. Я хочу с криком поиграть. Мне кажется, пинба. Без прицела, который у меня был. Зеленый, да. Ну, да нет, пойдет. Заебись, я тоже хотел взять, потом он без прицела был. Не, я наоборот. В лейте ты вряд ли что-нибудь сделаешь с ним. Ну так, по башкам пострелять попробуй. Ты сможешь. Ебать. Чему, блядь? Ну, желаю удачи. Ага. Что? Ну и что, там, езжай. Там. Зона там? Да. Подожди, зона там? Я да. Поеду. Зона кам. Там именно... Ну да, тоже через речку можно. Я надеюсь, она тут 4 тачки. Тут. Да не, можно еще беру. Я беру. Тут можно даже пролутаться, мне кажется. Цель на ликвидацию отмечена. Да, давайте поедем лучше. Да можно полутаться. Почему нет? Тут много бабла и много денег. Тут ментовки, патроны можно почитать. Никого нет рядом. Тут вон кейс, да, нормально. Ну да. О, зона, блядь. Отпуждение нахуй. Бабки пока поставим. Плачки и наводим тут вот. Патроны есть. Тут средний калибр. Средний калибр. УЗИ. Да, мы реально как будто забиваются, блин. Ой, захопал. Пистолет, пулемёт. Сука, поехали, пацаны. И нахуй скин менять, когда такой, блядь. Прямо чувствуешь себя прям в родине, блядь. Слышь, пацаны, поехали или нет? Да. Куда ты, блядь? Ой, в родине. На метку можно обратно? Ой, бля, ебучий хавни, сука. Кто вас выслал? Я смотрел видос Андрея, когда мы вчера взяли второй топ-1, когда он не мог по камням залезть. Так угорал. Он потом решил просто обойти. А, я понял. Это где там он между не мог пролезть такой? Да. Ой, блядь, я с чем вышел? Ух ты, я давайте думал, через мостик надо проходить. Чё, чё ты? Не надо. Мы разобьёмся тут, посмотри. А, нет, там можно проходить, сори, сори. Не волнуйся, я поеду. Садитесь. Давай, дай мне, дай мне. Не волнуйся, я буду посмотреть. Блядь. На, крест нажми. Блядь. Да я, блядь. Так, пизда, виндивель, блядь. Полуокер, блядь. Да. Сейчас нам из РПГ чуть-чуть сделать. Так нам налево надо было, кот есть, блядь. Да, блядь, налево, мы приехали вообще. Все, забей, мы приехали, блядь. О, hello, my friends and girls. Hello, Kitty. Нормальное аниме. На крыше, походу, кейс. Это сервак обычный, пиздец. Как залезть-то? А, вот тут 150. Так, уроки воркаута с Егоркин, блядь. Ты видос, где там челик, короче, с гаража прыгает? Не волнуйся. Да дай мне, блядь, дайте мне эту машину, нахуй. Ебать, Андрей, ты гений, блядь, ты просто... Да хватит. Господи, я мог спокойно набраться сейчас. Че, мы за кейсы, эту, сольём катку, я угорать буду, пиздец. Это легендарный кейс. Стоил того. Ой, это Авидар был? Мы пыла вроде. Время истекло. Задача не выполнена. Бля, ну у меня отклик, у меня пинг сколько? 140, 130. Хуёво снимать, бля. Я как его запрыгнул? У меня 130. Пинг офигеть. Давайте на эту гору залезем. Молодцы, брат, тупенький. Давайте сюда залезем. Надеюсь. Пинг 130, как играть вообще? Эти он... камни, на которых можно было залезть. Он даже не меняется. Он постоянно 130, ну, да. Просто 33. Безопасная зона сместилась. Ромбик по голубям стреляешь, блядь. Мне интересно, попаду или нет?
Чё? Я вырубил! Офигеть! Ебать! Пойдем добивать? Я записал. Давайте добивать. Пацаны, садитесь в машину, все равно зон там. Давайте добьем их. Они далеко очень. Плохо. Давайте в зону поедем. Кить, как я плохо. Тут надо парашют открывать тоже. Ладно, я открыл. Пиздец, да это ебнуть. Чел вообще, наверное, два. Как ты на шар это сделал? Нет. Там чел орёт его, сука, блядь, нахуй, ёбаный, пиздец. Мне представили, как блядь. Дима рейджал, если бы такое с ним случилось. Да я бы в нахуй был. Челики. Ой, блядь. Пошли, пиздец. Она сейчас это, Жигули разваривается, парень. Ну чё, блядь, летим или что, я не понимаю. Ну, они лежали, их надо было сбить, я их не заметил. Давайте развернемся, убьем. Давайте в зону можем. Машинку меняем, вот грузовик есть. Грузовик Паша, это не может. Хуй, я красава, блядь. Я Толя сдал на права, блядь. Что? Какой зал? Что? Какой салат? Какой нахуй салат? Пакс-то вы, пацаны? Давайте в этом доме останемся. Вот. Она такая, ууу, ес, ууу. Я тебя тоже сдал направо. Чего, ты чё там? Если после этой игры хотел пойти поесть. Говно. Я тоже хотел сказать. Не, мне мама вкусно готовит. Чего? Говно, да. Не, мать, говно. Вкусно готовит говно. Блять, надо их... Вот, надо научить... Говно скам. А что? Нет, вообще-то на YouTube буду выкладывать. Как, Паша, ну, как родился говноед? Хорошо, ну. Минут через 15. Паша, я тебе YouTube. Пацаны грузовик едет передо мной. Есть грузовик. Грузовик с говном, надеюсь. Убьем. Походу. Суки. Гандоны штопанные, блядь. Это наши деревни. Первое население. Озеро Штаны, блядь. Где эти пидоры? Ой, блядь. Ко мне мама заходит, а я только перед этим сказал, бля, сейчас лучше. Дайте броню, а то мне по нулям. Да. Нулёвка. У меня их три. Балтика, блядь. Гениально. Посвети тогда, да еще, я знаю, могу дропнуть, кстати. Нет, не надо. Брат. Получается, Дупак, кто-то да, ну? Пиздобол. Получается, там чё и... Чё тут все? Нет. Тут кого-то убили, слышите? Тут мелкий калибр. Со мной был мелкий калибр признавать? Опа, подняли кого-то. Где? Магазин. А тут не лутанный дом, кстати. Где магазин? Подожди, прям под нами, что ли? Ну, получается. Ну, батя сказал, конечно. Где магазин? Прям, что, под нами, что ли? Чё? Нет, не знаю. Нет, стоп, не может быть. Тут не мог быть. Блять, а мы еще играем против четырех, да, блять? А мы не будем БПА покупать или что-нибудь такое? Еще одно. Давайте. Я просто купи, Андрю, купи, если тебе бабанька. Чуть-чуть. Сколько? Чуть-чуть пачку. Не, не надо, забери. 500, дай просто. Блядь, ёбану. Я хочу к Астануте в зону побежать. Давай, к Астане. А что это? А у тебя авиаудар, ты чё? Пацаны, давайте я тоже себе куплю, подожди. Стреляй. Ой, блядь, да ёбаный в рот, пацаны, я в сейве. Сейчас, подожди, не сейчас. Подожди, ты сказал, что 8 будешь заниматься. Да. Мне там случилось кое-что. Что у тебя случилось? Я его ногу. Ещё что? Это имбот? Сверху. Что такое, БТЛА? Да мне папа зашёл, что я должен делать? Ещё поговори с ним. Дайв. В натуре я тебе сказал заранее. Я ливанусь. Я не слышал этого. Походу Андрей не зальет это на YouTube. Что? Батя устроил кам. Нет, я все равно залью на это. Я минус 2 дал, как обычно. Никчемные дауны.
Да потому что надо, я говорю, ты к нему пошёл. Я сейчас...